оперный театр «Витязь». Я был на потрясающем дипломном спектакле студента балетмейстерского факультета Антона Николаева. Понимаете, это дебют, но это огромный балет, это гигантская работа. Потрясающий творец рождается внутри учебного заведения. Новое имя. Я был просто удивлен и потрясен. Уровень мастерства молодого балетмейстера, который еще ничего практически не сделал, и вот сразу вот он показывает свою дипломную работу, он удивляет. Хочется низко поклониться.